Размещенный в СМИ на правах рекламы подробный рассказ о том, как работники ЖКХ Петрозаводска побывали на жилищно-коммунальном предприятии в немецком городе-побратиме Тюбингене, мог бы быть опубликован и как занимательный новостной сюжет. Интересно было узнать, что кроме идей, как улучшить работу коммунальной сферы Петрозаводска по заграничному методу, делегаты обнаружили, что наши сети притащили не меньше инноваций, чем заграничные. А восхищение универсальностью басурманина продиктовано природной скромностью. Ибо мы, как продолжатели курса, подковавшего блоху левши, знаем, как все обстоит на самом деле. Примечательно, что на устранение повреждений тепловых сетей в Германии дается 10 часов, а у нас 8. Работники в коммунальной службе Тюбингена многофункциональные. Например, техник у них умеет делать все. Он и техник, и слесарь, и лаборант, и уборщик. Тебе выступать. Товарищи! По какому вопросу? По трубам. Товарищи! Третий месяц трубы дюймового размера валяются во дворе, а Воронкову хоть бы хны! А зима не за горами, товарищи! Готовь сани летом, а товарищ Воронков! А ты мне разработчик давал, а? Где я тебе разработчик возьму? Земельный вопрос чуть было не испортил петрозаводчан. Но заммэра карельской столицы хоть и несколько двусмысленно, да успокоил тех, кого это касается. Городская администрация рассчитывает полностью обеспечить бесплатными земельными участками многодетные семьи после завершения правовой коллизии с генеральным планом города. Успокаивает, что обещает не когда-нибудь потом, что навело бы многодетные семьи на траурные мысли, а в грядущем 2020 году. Эта проблема есть. В корне она связана не с фактическим отсутствием земли, а с отмененным генеральным планом. После корректировки генерального плана земли для многодетных хватит всем. Камни, валуны, повыбросаю! Была ты землица, как камень тверда, станешь ты землица, как пух мягка. Опасения депутата Госдумы Валентины Пивненко, что 6 миллиардов рублей, запланированные на подготовку в Карелии земельных участков для многодетных, исчезли в неизвестном направлении, одновременно и подтвердились и нет. То, что для многодетных семей 6 миллиардов больше не существует, истинная правда. Однако направление их исчезновения известно. Федеральные деньги для многодетных семей региональные власти перенаправили в более привлекательные для бизнеса проекты. Эти деньги были зарезервированы для строительства дорог и мостов в нашей республике. Решение принято и доведено до Министерства транспорта России. Мы уже готовим проектно-сметную документацию на ряд крупных транспортных развязок в Петрозаводске и на дороге республиканского значения. На 11-й минуте сеанса одновременной игры с доски одноглазого любителя исчезла ладья. Только что на этом месте у меня стояла ладья, а теперь ее нет. Нет, значит, не было. Городообразующее предприятие в Сегеже продолжает пребывать в новостной ленте, тем самым помогая властям всех уровней как бы не забывать о существовании такого карельского города. Какими только званиями и названиями не награждали местный целлюлозный бумажный комбинат местные жители. И вот опять. На федеральном уровне ЦБК выиграл гордый титул по части инноваций на производстве. По такому случаю у жителей Сегежи только один вопрос. Отчего в честь праздника в небо голубей не запускают? Не от того ли, что голубей больше нет? Сегежский ЦБК стал победителем национальной премии целлюлозно-бумажной промышленности Российской Федерации. Комбинат победил в номинации «Лучшая организация в сфере инновационной деятельности и модернизации производства». Ой, надо же! Я помнит все.